Фортепианный дуэт «Эстеду» и ставший классикой Георгий Свиридов пронзил атмосферу Большого зала районного культурного комплекса. Заключительный концерт Международного фестиваля искусств «Звездный» его идейный вдохновитель и создатель, народный артист России Юрий Розум, посвятил главному празднику христиан – Святой Пасхе. От этого происходящее на сцене было величественным и торжественным. Самая главная цель, ради чего мы проводим такие форумы, это наше подрастающее поколение, наши молодые, талантливые исполнители могли пообщаться на мастер-классах с выдающимися мастерами своего дела. Огромное спасибо всем тем, кто неравнодушно приложил свои усилия для организации и проведения этого форума. «Звездный» — это не только концерты классической музыки. Для учащихся Щелковской детской школы искусств имени Розума это еще и мастер-классы от ведущих столичных музыкантов и художников. К розумовскому музыкальному движению присоединилась русская школа-пансион Республики Мальта и буквально на днях первая школа искусств города Сарки в Челябинской области. Музыкальные фантазии в исполнении трио-аккордеонисток Милана, Снежана и Стешана Коломогорцевых напомнили о приближающемся Дне Победы. Тут же на зрителей выплеснулись переживания героев спектакля «Четыре стула» и «ТЧК» в интерпретации актеров театра поэтического перформанса «Хористки» и завораживающий танец маэстро танго Сергея и Татьяны Стаценко. Звездный разножанровый фестиваль. На одной сцене уживаются классика и современные ритмы. Взять, к примеру, Амарию Рай и ее инструментальную группу. С Юрием Александровичем Розумом мы познакомились почти 10 лет назад. Скоро у нас будет юбилей нашей первой встречи. Юрий Александрович получил в подарок мою книгу «Первоцвет». Это был первый сборник моих рассказов. И предложил мне удивительную вещь. Мы с ним вместе выступили в музее икон в Москве. Он играл Шопена, а я читала одну из своих миниатюр, которая особенно ему понравилась. И тогда под псевдонимом Амария Рай начала как раз писать книги. И с тех пор наша дружба не прекращалась. Во втором отделении Юрий Розум аккомпанировал симфоническому оркестру Министерства обороны России. Прозвучали вальс из балета «Спящая красавица» и первый концерт для фортепиано с оркестром. Международный фестиваль искусств «Звездный» по праву можно назвать центральным культурным событием в городском округе Щелково. 15 раз подряд в нашей территории проходит музыкальный фестиваль, на который приходят вот такие полные залы жителей, жаждущих послушать классическую музыку. 10 лет мы подряд ходим на эти концерты, мы в восторге. Мы очень любим его музыку, и у меня даже есть диски, которые я слушаю постоянно на даче. Особенно, когда играю Шопена, это вообще бесподобно. 15 лет назад Юрий Розум взял на себя почетную миссию нести высокое искусство щелковскому зрителю. Нынешний гала-концерт – ретроспектива лучшего, что было на «Звездном», светлая дорога в мир творчества и музыки, по которой нас ведет Юрий Розум. Вот эта востребованность, она уже доказана за 15 лет. И я надеюсь, что она именно приведет к тому, что фестиваль будет продолжаться на щелковской земле. Это наша колыбель. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».